Можно вас на секундочку? Да. Подержите, пожалуйста. Да, конечно. Вот это любовь. Прошу. Это как? Отца коллекция. А нет ничего. Ни отца, ни коллекции, ни царя, ни войны, ни мира. Как это наш юнкер давеча говорил? Я без папи рос, я без мами рос. Сирота, словом. Угощайтесь, господа. Прошу. Это любовь! Да не все разом, подождите, передадим! Давай туда, господа! Это вам. Это лучшее, что там есть. Отец мой такие любил. Спасибо. Не за что. Зачем вы это сделали? Чемодан тяжелый. Таскал. Руки натер. Надо было перчатки надеть. Надо было. Как это странно. На войне приходилось стрелять в людей. Что-то внутри шевелилось. А тут своего русского офицера. Своими руками. Знаете, как в романах пишут? Своими руками задушил. И ничего. Пустота. Как это? Дайте я вам перевяжу. Не надо. Смотрите, какая грязища. Две войны пройти и ничего. А тут от какой-то заразы помереть обидно. Обидно, да. Обидно. Ненавижу. Что? Русскую литературу ненавижу. Почему? Почему? 100 лет сами себя говном поливаем. Остановиться не можем. 100 лет. Все подряд. Попов, господ, власть, любую власть. Как это... Некрасов, пьянь, картежник. Как это он писал? Широкую, ясную грудью дорогу проложит себе, а? О, проложили. Ненавижу. Хлопцы! Хлопцы, налево пошли чего-то! Да. Поворачиваем вроде. Может, мель обходим. Куда? Куда поворачиваем? Наверное, мель. Вон морские говорят, что мель обходим. Все. Спасибо. Не за что. Ни стыда, ни греха. Ничего нет. Все потеряли. Все можно. Все. Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что? Я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим, туда перейдем на чистую травку, там усядемся.
Места много. Обойдется. Обойдется. А не обошлось. Не обошлось. Какую страну загубили? Вот этими руками. Вот этими руками какую страну загубили? Целый мир загубили. Человека русского, государство русское загубили. Ну, как? Как теперь с этим жить, капитан?